Заварили мы себе супчика, сделали такой с тушеночки, с полуфабрикатов дошираков, колбаски, бутербродик. Тушенка 9-летней давности. Да, нормально. Военная, ГОСТовская. Ужасный сегодня ветер, конечно. Дует очень сильно, прям вообще. Но мы вперед идем. Приехали мы после обеденного сна на озеро. Посмотрите, как у нас тут дела. У нас тут раз, два, три, четыре флажка. И все горят. Пусто. Это нормально. У нас тут на этот раз. Какая же хорошая красотка, Джонни! Красотка! На той же луночке. Камеру скажите, что там щука будет. Есть. 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 Хорошая, что-то сидит. Страви, не держи прям. Ох. Она запуталась. Вот это уже трешечка. Трешечка. Отменно. Стой. Не берем читать. Голова покрышена. Там может облет, сейчас же лед, видишь, рыхлый такой. Она могла и об него стукаться. Нормально схватилась? Или 2,2? Так, пойдет. Вот, красоточка. После обеденной. Хулиганка-манка. Хулиганка-манка. Че ты прям? Я ж тебя учил, куда, зачем ты позвоночник пробиваешь? Пока чину, что, не видишь, куда колешь? Он не живет. По крайней мере, видишь, уже ловится. Не надо себя таким грешным делом успокаивать. Ушла. Падла. Это ты за есть. Красавица. Всегда крючок брать с собой надо. Сучка. Не. Тише, эмоция. Отлично. Тихо. Стравливай, не держи ее прям на тяжу. Yes. Заглотила. Грязная какая. Это местная. Местная красавица. Черная. Болотистая. Скорее всего, красавец. Подожди. Подожди. Она сейчас сама подсечется. Теперь пробуй. Есть. Ушла, сука. Стравливай сейчас. Ой, какой.
Хороша. Хороша, 2,5. Таких щучек мы сейчас тут натаскаем. Красоточка, да, щучка? На последний лед. Ну это трешечка. Трешечка. Вечерний клюв. Мы уже собирались домой ехать. А тут флажки срабатывать давай. Один за одним. Размотала? Есть? Хорошая. Сейчас травливай. Не тяни ее прям напалмом. Ой, живца выплюнула, молодец. Красавица просто. Красавица. Давай, чик. Даю. Ну вот еще одна. Сработал капкан. Подожди, подожди. Сдалека некрасивая камера. Нифига себе. Разогнула нах. Хорошая была. А у тебя кольцо плохое. У меня идеальные кольца тут были. Можно просто представить, какого тут размера щука была. Только мы собрались домой, завели технику. Поворачиваю голову, смотрю. Ложок загорелся. На закате как он красивый. Жека, пойдем. Негоже, чтобы день как-то так. Просто так хорошо. В общем, бежим. Соня, позволяю Жеке рыбачить от души. Хумара, наверное, размотано? Ну, так. Попробуй, подскай. Тишина, да? Да. Нормально, хоть так. У нас наступил очередной вечер. Мы налили себе чайку, приготовили. Сейчас мы запарим термос. Вот наша вода, которую мы сегодня уже набрали с озера. Такого вот она у нас цвета. Цвета лимонада Дюшис. Вот, или кто там что хочет, подумает. Сейчас мы будем жарить рыбку в сметанном соусе. У нас там печка разогревается. Ну, а пока допиваем чай. Ну да, сегодня у нас печку классно. Дровишки всякие. Да, за печку спасибо отдельно рыбакам, которые сюда притащили. Сегодня мы будем жарить щуку в сметанном соусе. Для этого нам понадобится. Мы не взяли с собой ни тарелок, ничего. И у нас этого в походе нету. К сожалению, у нас и так много вещей, чтобы еще тарелки. Поэтому берем обычный пакет. Соответственно, муку мы с собой взяли. Так, пакет муки пшеничной и соль мы взяли. Соль мы будем использовать крупную. И крупную соль. Насыпаем в пакет муку. Столько так, чтобы вот мы собираемся пожарить сковородку щуки. То есть, соответственно, грязюку на нее мы на глаз и насыпаем. Так, это значит, скрываем пакет. На улице очень страшный сильный ветер, поэтому все это приходится делать в помещении. То есть пакет муки насыпаем. Грязюку вот столько нам хватит. Будет мало. Возьмем еще. Так, аккуратно, чтобы Жека тут не рассыпал. Так, теперь аккуратно берем соль. Ох, тут Анечка нам. К сожалению, Анечки в этот раз с нами нету. Очень печально. Поэтому все поклонники Анюты увидят ее, возможно, на следующей рыбалке. Что-то она у нас расхворалась. Поедет с нами в следующий раз. Сейчас она подправит свое самочувствие.
всю зиму на рыбалке, на рыбалке. Ну и, как говорится, так, насыпаем, значит, сюда соли. Соли много не бывает, соли мало не бывает. Перемешиваем это все. Так. Значит, пакет был не дырявый. Откуда дырка? Вот. И, значит, мы сюда запихиваем нашу щучку. Кусочки рыбы. Раз. И там мы все потом. Вот у нас эта щучка, которую вчера Жека вытащил. Или сегодня? Нет, вчера. Вчера. Вот мы всегда все засовываем. Там трек поставил. Ага. А теперь, чтобы у нас, я так понял, что где-то дырочка, мы теперь этот пакет выходим на улицу и все это переколачиваем. То есть у нас получится все однородной массе. Опа. Здесь это там, на улице это можно. Вот, теперь мы все вот так вот перемешиваем. Каждый кусочек там, это все в муке у нас там с солью хорошо перемешалось. Проверяем. О, отлично просто. Просто шикарно. Теперь у нас рыба вся подготовлена. Теперь берем сковородку и нужно будет ее жарить. Жарить мы сегодня будем вот на том огоньке. Чуть попозже свет включу. Так, вливаем масло. Ну, а Евгений пока тут занимается чисткой рыбы. У него тоже свой кусок работы. Днем нам некогда, днем мы рыбачим. Таких вот мы себе хороших никаких наловили. Ну, не сказать, что гигантских, но едовых, нормально. 2,5-3 килограмма, само то. Поэтому мороз придавливает. Придавливает. Ну, хорошо придавливает, на ходу застывается. Поэтому мы ее, наверное, в общем, сейчас придумаем, что мы с ней будем делать. Берем кусочки рыбки уже в муке. Мы ее обволокли и сразу же нас мелкой соли посолим. Капельку сверху, мало ли там может быть. Уже вот так поближе. Сейчас начнет шкварчить. Ждем-с. Процесс жарки продолжается. Щука набирает свои аппетиты. Сдобрим. Что, все? Нет, я скажу когда. Ножку бери. Немножко обзор нашего рыбацкого беспорядка. Вода, еда, чаи, всякие, все, что необходимо. Вот, спальники в этот раз мы не брали. Брат спит без спальника. И вот он наш ужин. Уху! Вот такой вот ужин. Будем сейчас ужинать. Это щука в сметанном соусе с луком по-гречески. Приятного аппетита! Всем доброго утра! Сегодня третий день нашего пребывания на рыбалке в тайге. Брат пытается развернуть квадроцикл. Какие у нас новости? Сегодня всю ночь, просто вот весь всю ночь, лед трещал до такой степени, как будто на улице минус 30 мороза. На самом деле это вспучивало лед, его поднимало, но, соответственно, где-то, может быть, в каких-то местах отрывало от берега. А так он трещал, лопался. Прям звуки такие были неимоверные. Жутковатые даже.
Плюс включаем фантазию, и всю ночь я, можно сказать, пару часов фантазировал всякие страсти. Мало ли что там, да как там, сейчас проснемся, тут все озеро. Какой подогрев? Ну я же массу выключал. Вот, поэтому здесь еще речушка не оторвалась, не поднялась. Но потихонечку смотрю, дорожку она топчет. Вода, камень точит, так же и лед потихоньку. Вот мы приехали, тут было сухо, а сейчас вот уже немножко водички. А сегодня будет тепло, мне кажется, она сегодня хорошо подымется здесь. Ну а мы сейчас пойдем проверять жерлицы. Так, ну, здесь у нас единственная жерлица, она размотана. Жеки доставать, давай. Ну, что-то есть. Тут должен быть налим. Налим, скорее всего. Мы вчера здесь налима поймали. Хороший. Или, сука, не налим. Налимище. О! Ой, вот это красавчик. Красавец. Вот это красавчик. Не зря. Вот. Здравствуй, налим. Это уже трешечка. Прямо три, да. Ты больше. Какой он. Шустрый. Не, не поднимай его так. За нижнюю губу. Я посмотреть хочу, чего он нет. О, да он заглотил хорошо. Наверное. Пол поводка у него там точно торчит. Закрутишься. Свалать. Единственный флажок, который стоял. И да, он это может. Вот, единственный флажок стоял. И единственный налим. Грязный такой, только вылез, наверное, откуда-то. Поздравляю. С очередным налимом. Да, у него снизу. Пишут, что это мы само фоллоем. У налима ус снизу, а у сама два по бокам. Вот так. Такой красавчик попался. У него сегодня усы еще из ноздрей торчат. Два штуки. Хороший налимчик. Голубоглазенький. Трешечка. О боже. Блин, какой фильм. Как да. Обвивает это. Да, так он бывает же из лунки, вылазит хвостом. Как вот куда? Как хвостом лезет, это все, его, блин, еле вытащишь. Он лезет хвостом, скрючивается, и ни туда, ни сюда. Тут что, это я уже пробил. Вот, сейчас окуньков половим. Ох, ну вот, первое озеро мы прочистили, проверили, пробили. Один налим. Едем дальше. Проверяли жерлички. Самоловки. Смотрим. Что-то поймалось. На крючок. Тащи. Ну вот, я ее уже вытащил. Дай. Поймал. Манка хорошая. Ага. Отлично. Давай сам сниму. Доброго утра всем. Ну вот мы приехали на соседнее озеро проверять жерлицы. У нас такая картина. 8 жерлиц, все стоят. Обалдеть. Такая приятная новость. Будем надеяться, что у нас тут еще и поймалось. Погнали ловить рыбалку. Трудовая работа. Крючок сразу отклон. Пусто. Так, живцов тоже одеваюсь. Что у нас осталось? Есть жерлицы? Нету? Так, ладно. Из 8 минус 1. Что, зацепилось? Зацепил чью-то. Отлично. А там что-то есть. Опа. Вот эта картина маслом. Держи крепко, Джонни. О, грузик какой-то.
это не рви, не рви, потихонечку. Что это может быть? Типа на домку похоже или на сетку? Похоже. Тянется? Оттянулась. Оттянулась. Вчера вечером там вытащили. Попробуй, подсекай. Непонятно. Что-то есть. Одна из 8 стоячих. Такая двушечка, да? Где-то там. Сразу ее глуши. Чтобы. Щепчики. Щепчики точно. Держи. Так, ну ладно, брат, давай. Я пойду. Тоже тогда пусть стоит, да? Не может быть, что так. Тут тоже размотало. Разметано. Тренируется по пустым крючкам разматывать. Нет, это и была сработка. Попробуй подсекать. Пусто? Нет. Сидит. Сидит. Может и налим. Не держи так на тягу. Что-то тут такое серьезное, да? Ну, а какой там сит? Блин! Не держи на тягу. Надо все. Блин, и так не сильно мать. В натяг. Потихонечку отпускала, отпустила, вот она вышла. Блин, очередная сбежала. Да и ладно. Конечно, ладно. Что ж теперь? Подматывай катушку. Надо было крючком брать. Я крючок. Я вообще всегда крючком подвожу. Ну, то есть, неважно. Я не надеюсь на крючки, на то, что она там хорошо сидит. Дай-ка я. Беру я, значит, делаю это вот так. Оп! И никого. Я тоже думал никого. А она в конце только почувствовала. Опа, есть! Есть, 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 есть. Вот так вот я перебираю, перебираю, перебираю. Травливаю. Эй, ёшкин кот. Сейчас, 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 сейчас. Она заходит. Опа. О, красотка. Красотка. Ну не получилось мне ее подцепить. Вообще никак. Но красиво. Красиво шла. Спасибо. Угу. Не хрен засовывать руки куда не следует. А то что так, ай, тетя, по зимой. Типа, учитель пения. Ни хрена мастер-класс не смог показать. Да она не давала. Она не давала мастер-класс показать. Она решила, говорит, а я вот такая вся. Жду трамвая. Надо тут разбивали Димку. Зато вытащил. Так, ложим ее на бок.
Так, ладно, поперли дальше. У нас тут есть еще? На, крючок. Ну вот на этой лунке вытащили еще одну. Так, у нас там, да? Второй нету, капка на второго. Покажи ее на камеру. Такая большая. Не маленькая. Маленькая. Ни разу. Хороша мамочка. Такая четверочка. Ложок стал на самоловку. Тут вчера оторвало у нас самоловку. Такой удар был. Бах. И все. И до свидания. И до свидания. Вот это вместе, видишь, да, они... Мы здесь что-то вытащили. Вытащили первого. Даже две. Мы две здесь вытащили. А третья ушла. Крючок тоже поперек стоит. Неплохая такая. Камеру покажи. Побольше даже. Быстрее, быстрее, быстрее. Малютка. Хорошая. Хорошая. Килограмм так на 5-6. Вот. Это пятера, шестера. О. Поболее то. Да. Вот такая здесь, может, вчера и хулиганила. Подожди, 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 не прыгай. Вот это, да, такая самочка. Матерая. Шикардосно. Это тоже, походу, натянуто, Джо. Возможно. Если ты правильно стоишь, положил, то сработает. Е-мое. О, давай. О, камеру. Жека, быстрее. Да здесь. Здесь. Вот это. Вот это. Ну, не влазит в лунку. Он тоже пятерка где-то. Это четверка. Четыре, пять. О! Ух ты! Что ж ты так психованная? Жека тащит. Крючок не взял, наверное, да? А, крючок рядом лежит. Понятно. Такая парочка килограммчиков. Отлично. Ты опять без крючка. Если что, рукой под жабру залази. Не ходи никогда без крючка. Тихо, чуть-чуть расслабляй, не стравливай. Еще такие. Красавица. Фух. Молодец.
конец. Блин, только прошлись опять. Бах-бах, два флажка. О, вот живец. Вот и живец. Нормально живец или большой? Пойдет. Аккуратно крючком. Крючком его. Щипчиками возьми. О. Там их где живца взять. Вот живец. Так, ну и вот она. Еще одна сработка. Сейчас же побежит, что-то она прям активно активизировалась. Да-да-да. И натянуто. Ко мне повернись лицом. Что, зада не пойдет? Есть? Окунь. Мелкий. Слишком мелкий. На жерлицу не пойдет. Подсек его под это. Сам подсекся. Видать, летел. И жеца сбил. Козел. Так, ну что, здесь я начал поднимать, и опа, чувствую, идет кто-то. И так вот, о, как она хорошо. О, хороша идет. Да вытаскивай ты уже ее. Пытаешься крючком зацепить, она нормально сидит. Ну ничего, надо ж, крючок тоже такой. На. Такая двушечка. Прикинь, просто стоит и все. Просто стоит. На. Сейчас, не рви. Чего? Не рви. Я не рву, я. Она же за ус. А, щипцы ты называешь. Ну, дядя Вова. Малька не сохранила, да? Так, у нас сработка. Подожди. Крючок возьми, если что. Тихо. Аккуратно стравливай, если что. Подходи. Хорошо взялась. Мина. Так, у нас сработала самоловка. Он дергает. Присел. Ничего себе. Вау! Красотка. Красавица. Такая же отменная пятерочка. Поздравляю. А я ничего не мое. Никого? Никого, ничего. Ну, главное, что ходит, работает. Даже малек остался живой. Да ты че? Да. Вот это тебе, тебе повезло. Поправь его там сейчас. Ну вот мы, грубо говоря, в полчаса, у нас уже полная волокушка. Щучек дорогих. Ух! Вот это последний лед. Вот это мы попали. Нарвались. Третий год езжу, и только первый раз так вот от души. От души. Флажки за флажком. Погода нынче просто сказка. Наверное, градусов 12-15. Просто тепло. Даже сами пораздевались. У рыбы небольшой пауза. Пошла, наверное, на совещание. Ну, мы сидим рыбачим. Лед пока еще держит. Но завтра уже поедем домой. Хватит. Рисковать не будем. Приключений искать тоже не будем на одно место. Поэтому 2 дня шикарной рыбалки. Птички поют.
Ходила я в поля, набирала я воды. Стоит, блин, издевает. Давай помогу. Опа. Сварим супчик, покушаем. Первым делом закипятили воду, закидываем тушеночку. Тушеночка говяжья. Сегодня вчера рыбка, сегодня супчик, надо горячего поесть. Время обед, пока у щука на совещании, мы тоже немножко пообедаем. Ну вот, сейчас будет хороший обед. Жека на заднем плане рыбу чистит, чтобы дома меньше работы нам. Почистили на природе. Домой уже чищенным привезем. Так. Так, крышечкой накрываем. Пять минут. Супчик готов. Вон какая мамочка. Килограмм 5-6. Какая красотка. Сейчас мы ее икру возьмем из нее, а тело положим в мешок домой. Друзья, приехали мы на вечернюю проверку. Уже на такую опасную обнаружили у себя 4 стоячих жерлицы флажка. Ну и вот здесь вот мы поставили большого толстого жирного окуня. И он сработал. Жек, подсекай. Нет, он что-то там окунь сам сидит. Сбил, да? Сидит окунь просто. Ага. Он сам и сдернул. Понял. Ну, значит, тогда наматывай. Ладно, я уж подумал, что тут крокодил щука схватила. Да ладно, умеет. Серьезно? Топориком. Здрасте, топориком. Давай, топорик. Вот, прогибает. Тут хорошая сидит. Чего ты не подсек? Да она сидит. Курица. А с... Ну я вот. Я... Вытащили мы такую красавицу. А ну покажи. Ух, трешечка. Мамка. Че, цепляем? Да че, окуня, наверное. Так, тут капкан. Самоловка. Большая. И тоже наша. Сидит? Серьезно? Хорошая. Улавливай ее. Как она там стоит? Ты держи, самое главное, жерлицу крепко. Она хорошо закусила ее там. Смотрю, куда подвинуть. Держи крепко. Инструмент. Держу. Ух ты! Хороша. Я кушок почти целый. Гигантская. Скрывай.
Да, четверочка где-то или 4,5. Дурная голова ногам покоя не дает. Насто это проваливается или полностью идет. Жека пошел проверить толщину возле берега льда. Вот тут бей. Там еще до воды еще знает сколько. Это нас проваливает. Понятно. Ну, лучше не подходи, да, вот дай моему сердцу спокойно ночь переночевать, домой доехать. Джон! Я сейчас маме позвоню. Попробуй. Мне тоже дашь, я поговорю. Да. Давай, все, короче. Был бы я без тебя тут один, я бы тоже туда пошел. Но так как я старший, я за тебя отвечаю. Как говорится, не травмируй мне сердце. Да, тут она верхняя. Угу. Понял, там еще лед сантиметров 30. Лед, да, сантиметров 30. Завтра домой. Вот такой вот у нас, друзья, последний лед. Шикарный, я считаю. Из трех поездок, вот в прошлом, позапрошлом я ездил, и в этом, это, конечно, да, мне очень понравилось. С братом хорошо порыбачили, от души оторвались. Время 9 вечера, а мы только ужинаем, готовим. Сейчас картошечку порежем, по-белорусски пожарим. Угу. Вальдемар обещал картошки по-белорусски пожарить, а по-моему, приготовил всю жизнь. Под моим чутким руководством. Да, началось. Кто руководитель, тот и автор композиции. Я занимался более глобальными делами. Картошечка наша. Красавица. Сейчас я покажу. Ох, лучок у нас нарезан. Сейчас мы чаек попьем. Че, печка подгрошилась? Ну, чуть-чуть, я хочу, чтобы палатки чуть просохли. Ну, да, быстрее. А то сыровато. Это за весь день таяло. Ну, а завтра утром мы где-то встаем в 5 утра и выдвигаемся бегом-бегом домой. Будем надеяться, что немножко нам подморозит. Ну, чтобы недолго тащиться. Оно когда долго, тоже тяжко. Поэтому, ну, чтобы так, хотя бы, ну, 2 часа. И за 2 часа добраться до дома. Ни хрена себе, 2 часа. Сколько мы ехали? 6,5? Ну, я имею в виду до грунтовки, до дороги. И будем дома. Где-то к обеду, наверное. Может, к часу. Может, к двум. Во сколько будем, а по-любому будем дома. Завершающий день и единственный флажок на этом озере. Пробуем Жека поднимать. Может, что повезет. Ну, что-то тупое. Да? Скажи, что еще налил. Может быть, даже налил. Крючок я взял, да? Крючок я взял. Леска тонкая. Ты стравливай сейчас. Не тяни прям. Бери за поводок, не за леску, за поводок. Вот молодец, красавчик. Уже такой же каток. Да, чудная трешечка. Вот. Вот такой вот шикарный, живой весенний налим. Отлично. Ну что, мечту твою я осуществил. Дорога на озеро. Мы ее дорогу-то расколбасили своим грузаком. Козуля у нас также потихонечку закусывает. Надо тут
тросик менять. Где-то его передавило и плохо приходится. Серебряный. И комаров нет, да. Такой у нас потихонечку рассвет. Сейчас Жека проверит. Вот у нас тут зимовка. Такое вот мы сказочное место попали. Кругом такие классные деревья, камышки. Ух, сосенки небоскребные. Красивое место заезда на озеро и съезда с озера. Вот. Прямо оно мне и в тот раз понравилось, а в этот раз я решил его поближе посмотреть на него, изучить его. Прям шикарно. Очень. И вон солнце встает. Могу сказать, что мы порыбачили от души, на слава богу. Вот, все. Забрали все жерлицы. Выезжаем домой. Рыбалка, последний лед заканчивается. До будущей зимы. Пока, озеро. До следующей зимы мы обязательно вернемся. А нас ждет впереди дорога. Дальняя. Со своими приколами. Вот мы потихонечку производим сборы. Раскладушку вытаскиваем. Вот. Вещи собираем. Сейчас все загрузимся. Вещей у нас на обратный путь немножко. Все съели, все, что можно. Рыбки наловили, окушочков натаскали. Налимчика поймали, щучек поймали. И замечательно. Сейчас сложим раскладушку. И едем домой, в тайгу. После нас осталась чистота, порядок. Так, чтобы каждый рыбак сюда приезжал и не оставлял срач, который там, блин, есть места, есть рыбаки, которые поросята, я их называю, поприезжают, понапьются, все оставят и не увозят с собой ничего. Дома таким сидеть надо и телевизор смотреть, как нормальные рыбаки ездят, которые за собой убирают порядок. Поехали! Ну, это я так высказался эмоционально, потому что вижу картину и природу я люблю. Все, мы поехали. Так, ну что, вот мы уже обратно возвращаемся. Как видите, друзья, водичка-то уже пошла. Сейчас вот мы ее переедем, переплывем. Ну или что-то в этом роде. Сейчас посмотрим, как мы переедем. Переправа. Давай! Работай! Переплыли. Больше боялся. Надо сократить. Еще рукой подать. Засели. Там все выскочит. На выезде с озера
такая достопримечательность. Вот еще одна наша достопримечательность тоже выкопана была в каменном веке неандертальцами. Такая траншея через всю дорогу. Ну и люди в нашем 21 веке приходится объезжать дорогу по болоту. Тут можно только на квадроцикле проехать. Потому что здесь болото. Вместо того, чтобы проехаться по дороге в 21 веке, мы ездим по болоту, а дорога была перекопана. Пошла.